Картина Юлии Новиковой из Новогородковской школы искусств «Лира» посвящена княгине Елизавете Федоровне. Чтобы написать этот портрет, участница внимательно изучила материалы о жизни царской семьи. Работа достойна специального приза главы Одинцовского района. Преподаватель подсказала мне, дала тему, показала фильм, рассказала о ее жизни. Меня это вдохновило, и я как-то заинтересовалась этим и, начала рисовать, делать зарисовки, и потом получилась вот работа, и когда отправили на выставку, конечно, хотелось занять какое-то хорошее место, а потом, когда сказали то, что у меня гран-при, вообще даже, если честно, удивлена была. Выставка «Рождественская звезда» проходит в 16-й раз, но участники не перестают удивлять зрителей своим талантом. В каждой картине и экспозиции с помощью художественных средств детям удалось передать тепло и радость святого таинства. Каждый год мы видим чудо. Чудо-то мало того, что это работа детей, не всегда, может быть, в полной мере выцерковленных, но тем не менее, вот эта радость, которая переполняет их сердца, она проявляется в их творчестве. И, казалось бы, уже проходит конкурс это в 16-й раз, уже что можно нового нарисовать, сделать или изготовить. Но, тем не менее, дети находят такие возможности, и всегда это каждый раз по-новому, и каждый раз приносит радость не только тем, кто это делает, и их родителям, но и всем тем, кто приходит на эту выставку и действительно наслаждается этими работами. Хоть этот конкурс и имеет статус районного, но по сути он уже давно вышел за пределы даже региона. В этом году свои работы представили ребята из других субъектов и стран. Каждый раз, приезжая сюда, поражаешься тому, как наши дети могут себя выразить. Это очень важно. Здесь абсолютно разные возраста детей, все представлены наши школы, творческие коллективы. И самое главное, есть видно, что и участвуют, конечно, в этом родители. Но красота необыкновенная. И вот в эти все наши новогодние праздники это как раз отражает всю вот глубину, любовь к новогодним праздникам и доброту. Более 1000 конкурсных работ, 107 победителей. Именно их произведения войдут в новый каталог «Рождественская звезда». А пока увидеть Рождество глазами детей можно в Захаровском доме культуры, где открыта выставка картин и предметов декоративно-прикладного творчества. Конечно же, уже хочется создать эти книги. После каждой выставки, например, сегодня это 1000 работ, в прошлом году это 1000 работ. Наверное, все-таки надо сделать электронную такую выставку, и чтобы она была в каждом образовательном учреждении. И в каждой семье, и каждый житель мог нажать на кнопочку и посмотреть эти замечательные работы. Коллектив Захаровского дома культуры в течение нескольких месяцев трудился над созданием выставки. Каждую работу нужно было принять, зарегистрировать, оформить и разместить, чтобы зрители смогли насладиться красотой представленных работ. Один из, наверное, редких конкурсов, когда не только мастерство, но и душевное выражение, особенно детей, оно требует оценки, конечно. Значит, и когда мы говорим в сегодняшнем дни о том, что как воспитывать молодежь, как правильно, значит, что нужно, то вот эти традиции, если ребенок, вот на мой взгляд, почему самый маленький, если они 4, в 3, в 5, 6 лет делают такие работы, они вкладывают душу, умение, мастерство, они развиваются и как художники, и, конечно, сильное такое мощное развитие души, и я вот их поддерживаю, на самом деле, получаю сам большую радость, и думаю, что оценка их работ, она несет большой позитивный, для них большую позитивную поддержку. Итоги выставки «Рождественская звезда» подведены, награды вручены. И самое время ребятам приниматься за создание новых творческих работ. Буквально через несколько месяцев стартует другой традиционный конкурс «Пасхальный свет и радость». Кому удастся покорить сердца жюри и зрителей, покажет время. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».